Да. Мы не формалы, мы делаем не формат. Это рок-опера. Зови! Зови того, кого ты любишь больше всех. Но ты любовь свою должна скрывать. Все основано на литературных источниках, без дураков. Все основано на исторических фактах, проверено на солидных книжках. Да, серебро душу мне согревает, но об этом никто не узнает. То есть я отвечаю за эту часть, Сергей Скрипников, как всегда, отвечает за музыкальную часть. К нам вернулись те, кто принимал участие в записи «Династии посвященных». Один, «Династия посвященных» два. Наверняка примут участие те, кто принимал записи на двойном альбоме «Династия посвященных» три. Далекий рыцарь мой, храм солнца ждет, храм солнца ждет. Поют нам немножко. А сначала по дикции было великолепно. Вторая фраза, да? Вторая фраза. Почетче, давайте. Там знаешь, что было? Опять скальда, скальда. Что-то у меня заткнулась связка сегодня. Я как поплаваю в бассейне, сразу затыкаю. То есть надо распевать их. Вот Юля Муза Полежаева. Прекрасный оперный голос. Огромный сюрприз будет для вас. Поют на Макарка. К нам присоединился, вот на данный момент уже сделан трек с Лефлером Андреем. Это не сорчатый камень на покрытом белесном склоне. О своем желании поучаствовать заявил Митяй Борисенков из группы «Черный обелиск». Убейте их всех, там Господь непременно узнает своих. Прекрасная фраза, но сказана, правда, не мною. Петр Елфимов, известный белорусский певец. Блаженный все знает, небо мне доверяет. Назвала свой город Каркасоном, допустила крик ворон сновидения, подхватив ветра. Присоединяться и другие. Фиолетовый плащ был на том, кто расправился с подлым Иудой неслышно. А шипы ранят пальцы и капельки крови, горячий песок жадно ловит, вороны злословят. Речься можно, спасая себя, сдать мансигюр инквизиции и слугам Люцифера. Все завершается писание катарского глава. Мы родились от Бога, и к нему я отправляюсь первым. Костров заставит слезиться глаза. Вот король Арагонский расписался в бессилии. В сердце его тлела искра огня, бегайского. Улыбайся, добрый человек, улыбайся, изнывая от лихорадки ран. Улыбайся, добрый человек, улыбайся кивнущим в ереси временам. Thank you.
подземелья! Вот сейчас, кстати, даже поглавнее, может, конечно, было, нет? Мы были совершенны, мы были целомудренны. Давай ему пораньше поставь. Не-не-не, нормально. Нормально ты? Успеваешь, что ли? Я парное! Верили лесу! Нормально, да, не, нормально. Я сейчас не знаю. Да, ну, да, нет, сейчас не знаю, да. Давай. И куда попадем? Черное были, верили безупречному ангелу. Дабл. Чтобы точнее было, сейчас немножко фальшиво было. Мы точнее, да? Ну и в настроении, соответственно, музыки. Был зверь откровения, его победили. Ну как, кто будет первый рассказывать? Про что? Про ощущения. Здорово, не передавая. Да. Нет, ну ладно, это нет. Ну так только по-честному. У нас по-честному. Все по-честному. Первый раз. Да, действительно, первый раз. Ну, опыт новый, конечно. Тем более вокальная запись. Такой инструментальный, это лично у меня-то был запись. Оркестровый, рабочий. А вокальный первый. У Анатолия же наверняка был опыт. Опыт записи вокальной? Да. На самом деле, если смотреть в студии, никогда не было. Не было? Нет, я раньше просто записывал сам, там, дома, допустим, где-то. На какой-нибудь телефон когда. А так, чтобы... Не, ну так-то, наверное, многие, да, записывали. Это да, на фон, в любом случае. Я думала... Такой интеллигентный молодой человек, белый рубашка, такой галстук. Я думала, что вы где-нибудь поете. В планах. А, это план. Андрей, сейчас соло будет. Сольное выступление. Да. Аплодисменты. Что, услышав то, что сделал Скрипников с моими бессмертными стихами, я поняла, что он написал бессмертную музыку. И как человек эмоциональный, я вам должна честно признаться, что местами я удирала скупую пушкинскую слезу.